Всех приветствую, продолжаю знакомиться с творчеством художников Франческо Бедда, итальянский художник, в основном изображавших сюжеты жанрового костюма, сюжеты костюмного жанра. Они были популярны у некоторых покупателей и изображали людей часто в аристократических одеждах прошлых веков, галантно или фривольно развлекающихся. Родился в Триесте 29 ноября 1840 года. Франческо учился у Карла фон Бласса в Вене. Много путешествовал, рисовал для меценатов в Австрии, Венгрии и Хорватии. Написал портреты императрицы Елизаветы Австрийской, принца Орлеанского, епископа Загребского Штройсмайера. У него также был интерес к ориенталистской тематике, примером чего является восточное кафе в Триесте, написано около 1888 года. Ныне она выставлена, эта работа, в Гражданском музее восточного искусства Триеста. Я пользуюсь данными в Википедии, данных очень мало. Сын Франческо Джулио Бедда также был художником. После учебы у Чиарди в Венеции он переехал в Мюнхен, в Баварии, где женился на дочери художника Карла Михаэля Хайдера. Одна из самых известных работ Бедды, «Шахматная партия», была украдена из частной коллекции в Лондоне. Интерпол отследил картину до Соединенных Штатов, но потерял след где-то в Нью-Джерси. Вот такие небольшие данные из Википедии о итальянском художнике, который в основном изображал сюжеты жанрового костюма или так называемые сюжеты костюмного жанра, которые были популярны у некоторых покупателей. Художники Франческо Бедда. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы.